Так, всем привет. Сегодня пробуем вот такой промпт. Это будет гостья из будущего в фантастическом стиле, соответственно. Это будет 3D стимпанк. То есть вот такие набросал значения к промпту, к основному. Ну и давайте попробуем, что, собственно, у нас получится. Будем пробовать в двух разных нейросетях. Это будет Леонардо, условно, бесплатно. И Midjourney, известный, но уже платный вариант. Давайте здесь мы... Так, вот это удалим прошлый промпт. И здесь мы вставим данный промпт, уберем 16:9, здесь немножко размеры по-другому выставляются, вот здесь это делается ниже, то есть у нас уже выставлено, но два изображения сгенерируем, а в Midjourney уже будем 4 генерировать по умолчанию. Ну и давайте отправим запрос, пока он здесь генерирует, мы перейдем в Midjourney. Там не будем подглядывать, но здесь мы уже посмотрим сам процесс. Давайте вставим данный промпт, отправим запрос. Пока он нам будет генерировать, послушаем какую-нибудь музыку. Да, друзья, единственное, что я здесь перепутал, то формат самого изображения 9:16, то есть сделал это как бы под обои на телефон. Но давайте мы это все-таки исправим и создадим такой же промпт, но уже 16:9, то есть посмотрим, какой еще фон будет отображаться. То есть у нас сейчас получилось достаточно интересно, я считаю, очень даже прикольные такие изображения получились. Смотрите, вот какая у нас гостья из будущего вышла. Сейчас посмотрим еще в Midjourney, как нам сгенерируют. Ну и давайте такой же промпт мы сейчас создадим, просто поменяем вот данные в параметрах изображения, скопируем, то есть не пожалеем время на это. И здесь мы просто подставим наоборот. Вот так вот будет 16:9. И пока здесь генерирует, мы уже посмотрим, что нам сгенерировал Midjourney. Там у нас 16:9 должно получиться. Давайте посмотрим. Вот такой у нас промпт. По такому промпту получилось в Леонардо. То есть достаточно интересно. Смотрите, такой портрет. Интересное изображение, считаю. Не забывайте, выкладываю бесплатное изображение. Как скачивать бесплатно, можете посмотреть под этим видео. Смотрите, какие красивые все-таки изображения. Ну, мы, в принципе, и задавали, насколько я помню. Красивый фон, яркие цвета задали. То есть все то, что мы задавали, и он, собственно, нам генерирует. Главное, ну, правильно это делать в определенном порядке и так далее. А вот такие изображения. Давайте теперь посмотрим, что же он нам сгенерировал в параметрах 16:9 в Midjourney. Еще продолжает генерировать, но давайте дождемся. Уже что-то интересное проявляется, но вот на некоторых изображений я, правда, не вижу, что здесь у нас присутствует гостья, то есть персонаж. Но, тем не менее, давайте посмотрим, откроем поближе сейчас. Вот что у нас получилось. Тоже достаточно интересная фантастика такая, хотя на двух вот этих изображениях по диагонали у нас нет персонажа. Может, где-то он тут скрыт и спрятан, но, по крайней мере, я не вижу. А сами изображения достаточно интересные. Все изображения выложу, то те, что в Midjourney мы генерируем. Ну, возможно, и те, что из Леонардо тоже добавлю. Вот такие у нас замечательные изображения получились. Я считаю, очень красиво. Как считаете, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, делайте репосты. Будет очень приятно. Предлагайте свои идеи. И до связи. Пока.